скором времени мы увидим, что Китай будет более 50% российской торговли. При этом у России альтернатив особо нет, а у Китая возможности покупать где-то углеводороды и другие нужные Китаю вещи довольно много. То есть у Китая опций больше, у Китая переговорный рычаг сильнее, потому что доля России как его торгового партнера гораздо меньше, чем наоборот. И это то, где Китай сможет говорить, что ему нужно, на каких условиях ему нужно, в каком временном интервале и так далее. И у России будет не так много возможностей с этим не соглашаться. Мы видим это уже на примере того же газопровода «Силы Сибири». Он Китаю нужен, но он Китаю нужен не сейчас, в то время как соглашение о его строительстве будет сразу же расценено как еще один ручеек денег в путинскую военную казну. Соответственно, на Китай могут быть наложены санкции, или Китай опять столкнется с негативными последствиями в Европе. Поэтому Китай говорит, да, нам этот газопровод нужен, ну давайте его построим через какое-то время или начинайте строить сами, а потом уже через несколько лет уже подпишем контракт. Ну понятно, что когда будет готовая труба в никуда без контракта, Китай сможет прожимать Россию на любые условия. Даже когда эта труба уже будет построена, поскольку рынка в Европе для этого газа не будет, его надо будет оставлять либо в недрах, либо продавать в Китай на тех условиях, которые будут выдвигать китайцы.